Далее мы расскажем о медиках, которые работают под обстрелами. Рискуя собственной жизнью, они спасают раненых. Молодой врач из Харькова Денис Петренко во время массированного обстрела города закрывал собой людей. Эти кадры облетели весь мир. На них медик прикрывает собой раненую женщину. В тот момент, когда вокруг летели пули и снаряды, а все от гражданских до военных прятались в укрытие, мужчина даже не пошевелился и сидел возле пациентки до последнего. Не вставай! Лежать! Храбрый медик – это Денис Петренко. Он волонтер Красного Креста. Говорит, в тот день они везли гуманитарный груз. И вместе обстрела оказались совершенно случайно. Мы остановились около отеля, где должен был выйти человек, и начался первый обстрел. Люди уже были на месте и помогали пострадавшим. Когда я подошел, осмотрел пострадавших, это было два человека. Женщине уже наложили турникет, но не написали время. Я записал время, которое тогда было. Рядом лежал мужчина, я также его осмотрел, но было сложно идентифицировать, что у него. Денис по образованию фельдшер, поэтому начал оказывать первую помощь, имея при себе только личную маленькую аптечку. А когда начался второй обстрел, не побежал, как все остальные, потому что не мог покинуть женщину, которая уже фиксировала повязку. На самом деле очень хотелось защитить женщину. На самом деле хотелось помочь мужчине, но я уже держал повязку, которая прикрывала рану. Поэтому того мужчину я так и не... Было очень тяжело. После того, как о поступке Дениса узнали много людей, волонтеры привезли парню бронежилет. Денис говорит, все необходимое снаряжение у него есть, поэтому подарит бронежилет медику, которому он нужнее. А после окончания войны, обещает Денис, он пойдет работать в скорую помощь и параллельно закончит медуниверситет.